Когда безжалостные террористы угрожают ввергнуть Россию в хаос ядерного пожара, им готовы дать отпор мужественные парни, прошедшие огонь и воду, непобедимый русский спецназ. Компания «Пирамида» представляет новый масштабный российский супербоевик. Виктор Сухоруков, Игорь Лифанов, Виктор Турчинский, Ирина Салтыкова, Семен Стругачев. В фильме Стаса Мареева «Русский спецназ». Но ваш состав держать у себя резона нет. Через 2 часа перегоны откроются, и катитесь на здоровье со своей заразой от нас подальше. С какой заразой? Ну да, конспиратор. Про ваш хитрый паровоз глухой только не слышал, да и тот с сурдопереводами. Ты бы еще маску натянул для секретности. Все. Экстренное сообщение. Сегодня утром из колонии строгого режима совершили побег особо опасные рецидивисты. Тяжело ранены 2 сотрудников колонии. При попытке задержания преступников погиб заместитель начальника колонии по оперативной работе. Нашим корреспондентам удалось получить фото преступников. Шкуркин Владимир Евгеньевич, Углов Петр Семенович, Журавлев Владимир Петрович и Базилис по кличке Прибалт. Опознавшим просьба обратиться по телефону дежурной части ГУВД 234-66-30, либо по телефону 273-32-47. Обращаем ваше внимание на то, что к совершившим побег могли присоединиться сообщники. Преступники вооружены. Просим соблюдать особую осторожность. Надеемся на вашу бдительность. Ты чего? Тут люди ходят! Пижон голодный. Молчал бы. Шкуркин Владимир Евгеньевич, Углов Петр Семенович, Журавлев Владимир Петрович и Базилис по кличке Прибал. Мам, мам, смотри, этого дядьку по телевизору показывают. Узнала. Это он! Хватайте его! Все на пол! На пол, мать бабушка, все на пол! А ну легли все! Я сказал, все на пол! На карачки! На карачки! Быстро на пол! Руки! Концы, быстро! Ну-ка, быстро! Концы открыть, деньги в мешки и без глупостей! А иначе всех положу! Да, мама. Да, мама. Да вот, в очереди лежу. Живо, живо! Ну, мальчишки! Ну, давай, давай, шевелина! Шевелина, я не сказал! У них 6 стволов, мяукнуть не успеешь. Я всех положу! Нам терять нечего! Сидите, сволочи!
что? Семеро лежат. У нас тоже. Ну вот, Михалыч, мы хотели по-хорошему. Осталась самая малость. Литерный. Отправляй на Питер. Да не могу я. Перегон закрыт. Я сказал на Питер. Быстро! Спасибо. Будь в форме. Руки! Автоматы положить на землю! А ноги? Ноги на ширину плеч. А, попался? Нас здесь много. Всех пятерых, как по описи, товарищ полковник. Трое, правда, уже устывает. У одного перебиты обе ноги. Да и остальные не в лучшем виде. Но мы еще двоих взяли. Ага. С оружием, товарищ полковник. Никак нет, товарищ полковник. Но они по своим мобилам позвонить куда-то успели. Есть. Будем начеку, товарищ полковник. Отведайте, чем Бог послал, товарищ лейтенант. А этого я где-то уже видел. Да где же? В разнарядке. Не в театре же. Вон какая рожа. Дуболом. Кто здесь старший? Ну, я. Кто я? Слушай, ты чего? Отче наш? Спецназ.
Главное разведывательное управление. Этого я забираю. Сейчас, сейчас ключики мои. Сейчас. Где же они? А, вот, нет. Крест. Николай, ты ключ. Сейчас. Они здесь были, здесь. Так. Достали. Нету. Сейчас. Куда же они подевались-то? Ага. Да. Так. Это мой. Я полковник Федеральной службы безопасности. Открывай клетку. И этот ваш. Тут другие ключики были. Ага. Сейчас найдем и откроем. Где же другие ключики? Николаевич, а ты это... Ага. Сейчас. Дрозд. Один-один. Вы слыхали, как поют? А там открыто. Слушай, Крестовцев, у тебя что, шило в заднице, или ты просто такой невезучий? Это динамит невезучий. Всю его закуску ко дню рождения менты на вещдоке расхватали. Динамиту и выпивки не видать. Ага. Тут дела покруче. Сейчас заедем за динамитом и в бой. Ни хрена себе в магазинчик сходил. Да уж. Что? А если приличный человек вошел? Отставить! Здесь кто генерал? Двери надо закрывать. Приличные так, не ходят. У меня для вас, как водится, две новости. Плохая и очень плохая. Ну, начнем с очень плохой. Ностальгического портвейна не достал. Твой день рождения отменяется. Мой? Твой день рождения отменяется. Мой? У нас поезд с ядерными боеголовками сперли. Ну, а мы тут при чем? Так и охрана была тоже наша. Ну, если было-то, рванули паровоз. А то как в плохом кино боеголовки детонируют. Там люди не киношные. Угрожают разобрать пару боеголовок и рассыпать плутоний по ходу поезда. А это заражение местности? На много лет. Что? Ничего. Не густо, Серег, у нас утра. Ну, а что ты хотел? Рано еще. Чурные следопыты уже здесь. Как кончилось? Да дай сюда. Авалин Бандар и Туджират. Ия Руси и Петр. Здесь Петр I построил первый в России морской торговый порт. А вот там здание Верхи. Вы так хорошо говорите на фарси. Вы не похожи на пуштунку.
Фарси, прямо скажем, не самый распространенный язык. Спасибо. Начинаем. Твоя задница. Это комарат. Хеллоу. Ай, ай, здесь. Хорошо, давай, давай. Конечно. Да, сейчас как раз собираемся дичь потрошить. Да, конечно. Всего доброго. Держись.
Как у тебя? Все в норме. У меня до четвертого все чисто. Бомба во втором и третьем. Как договорились, работаем с двух сторон по сигналу по будке. Понял. Пристегнитесь, пожалуйста. Эффектно, очень эффектно. Я даже не ожидал, что так красиво будет. Майор, одной бы головки нет. Ты имеешь в виду? Именно одной не хватает. Я не брал. Ну, это мы быстро. Крест, поговори-ка с этим в сторонке, чтобы никто не мешал. Слушай, не надо, не убивать, слушай, не надо. Не мой был. Кто следующий? Вы что? Помолчи. Эники. Бенники. Ели. Вареники. Я скажу! У Александровки останавливались! Машину грузили! Не убивай, не убивай! По Александровке! Подъем! Машина! Ну, мужики, вы это, я не знаю. Есть такая наука. Психология. Мы потеряли 70% людей. Не все ли равно? Так или иначе, они трупы. А оставшихся мне вполне хватит для завершения операции. Ты ведь не мусульманин, а
Воюешь за нас уже лет 10. 7. И меня не интересует религия. Я считал, что тобой движет жажда азарта, жажда крови. Хотя чего я удивляюсь, тебе наплевать на собственную жизнь. Ты мне объясни, ради чего? Я точно так же не понимаю вас. Странные идеи, кстати, которые несовместимы с Кораном. Драконовские режимы – это болезненная страсть к уничтожению изображений людей. Вот зачем вы взорвали статую Будды? Столько взрывчатки! Хотел бы на целый пол! Не вы! Ты не обобщай! И всех под одну гребенку не греби! Мы вместе, но это временное совпадение интересов. Временное. И у меня временное. Теперь уже совсем временное. Я ведь не жилец. Я мертв. Этот русский трюк. Правда? Этот урод сумасшедший. Он может быть опасен для вас. Я сам решаю, кто опасен, кто нет. Не трогай его. Он уже мертв. Все мертвы, всех ухлопали. Только один бедняга и выжил. Да и, видимо, потому, что капитан Дроздов им побрезговал. Ну, а вы, Разина, вы-то и туда же. Ах, дорвались. Товарищ генерал, ну уж совсем нештатная ситуация. На Стрелке, напротив Эрмитаж. Ну, ребята как бы понервничали. Понервничали? А если бы кто-нибудь из них расстроился... Ну что, выволочку мне, конечно, сделали. Однако, как в том анекдоте, или он шинель украл, или у него, но очередного звания не присваивать. Так и у нас. Вроде мы все четко сделали. Но бомбу просрали. Так что вместо праздников я буду... инспектировать отдаленные подразделения. Короче, учебный центр в Афганистане, очень серьезный центр. Подготовили 4 группы на разные предметы. Вот одна из них орудовала на Стрелке. А недавно их перебросили в район Ладожского озера, на один из островов. Там брошенная воинская часть, тут тебе и дом, и укрепление. Вот оттуда и орудовали. Вот так, господа чекисты. Часть из них все-таки все еще здесь, в радиусе 300 километров. Вот. Вот от этого кабинета. А как вы, тирали? Ай, товарищ генерал, ай! Так запугали, что одного прямо в дурку увезли. Да ничего особенного. Просто поспрашивали немножко. Куда бомбы, например, спрятали? Ну что, рассказали? Ну а как же? Под давлением, так сказать, аргументов. И фактов. Так куда же? А то этих соседняя как контора сразу забрала. Сгрузили на машину в Александровке. За 1,5 часа до нашего выхода. Но это еще не все.
По всему, готовили их неплохо. Где-то год на специальной базе в Афгане. 4 группы. Человек по 40 примерно. У каждой своя цель и задача, условия тренировок. У наших, например, поезд с бомбами. Спереть. О задачах других групп, естественно, ничего не знают. Ну и это еще цветочки. 2 месяца назад всю группу свернули и перебросили вместе с оружием и снаряжением не куда-нибудь, а на один из островов на Ладоге. Там заброшенная воинская часть. Остров большой, видно берег. Там же и получали задания. Оттуда выходили на операции. Где-то это я уже слышал. Так вы считаете, следует поискать? Думаем, следует найти. И накрыть. Свежее решение. Вы чай будете допивать? Вы, кстати, не учитываете ряд неожиданных совпадений. Мы уничтожили только одну группу, а у нас их 4. Профиль их подготовки – покушение. Где остальные 3 мишени? Это можно выяснить только через них самих, в том числе из радиопереговоров. А они могут быть на арабском. Так что я вам весьма нужный человек. Ну что ж, в этом есть рациональное зерно. Остров мы обнаружим. Но, товарищ генерал, это же боевая операция. Именно. Вот поэтому Разин обеспечит нам связь и контроль за эфиром здесь, в нашем центре. О группе «Град», полковник, 24-часовая готовность. Не обманул старый эсэсовец, а? Не выжил еще из ума, как новенькая. А с виду долбанутый по черепу. Пулеметик. Ничего себе. Сними цацку, поскоклюй. Зажигалочка. Да не зажжется. Зажжется. Да не зажжется. Зажжется. Да не зажжется. Зажжется. Гору, гору! Ноги делаем! Ладя! Ничего! Да ничего! А что, уважаемый коллега по смежному ведомству, стрельбе со скутера вас тоже в университете обучали? Ну что вы, капитан, таким пустякам меня еще в детском саду научили. А, то есть вы с детства с оружием балуетесь? Это я к чему? Вы с такими привычками там уж нас не подведите и не подстрелите кого-нибудь в радиоцентре, пока мы будем на озере прохлаждаться. Ладно, ладно, не задавайтесь. Если бы не мои привычки, то у вас такой бы развлекухи не было. Так что с вас, как минимум, приличный обед. А это хорошая мысль. Да, привал, не могу больше. Тащи давай, юный пожар. Если хочешь, сам тащи, как тебя там, дятел. Че, обидеть хочешь, да? Обидеть хочешь, да? Да, ну, хотел. Ну, хорошо, я обижусь, но позже, сейчас некогда. Дай позвонить. Где телефон? Со своего звони. Федя, Федя. Федя. Ты прекрасно знаешь, что у меня мой телефон отрублен за неуплату. Да?
А позвонить мне очень надо, Федя. Не дам. Федя, а меня вон там люди ждут. Где? При Балтике, Федя. Я им наш товар мигом сплавлю. А, Федя, ведь мы из-за тебя чуть на воздух не взлетели. Из-за тебя? Из-за меня? Ну, хорошо, Федя. Пусть из-за меня. Да дай сюда телефон, мозгоклёй! Алло! Алло! То, что вы позвонили нам на автоответчик, вовсе не значит, что нас нет дома. Просто мы можем не успеть подойти к телефону. Да он же тебе не заряжен, Федя. Кто ж знал-то? Кто знал, как дал бы! Феденька, делаем ноги, а? Федя, вставай, все бери, все бери. Ноги делаем, Феденька. Хорошее кино? Очень. Ты прости, что я отвлекаю. Просто пора. Оставь мне план операции. Где что? Где вы? Где заряд? Зачем? Надо. Для истории. Ну, разве что. Прошу, единственный в своем роде экземпляр. А твой где? Я помню. Люди, что закладывали заряд, надежные? Уже да. Хитрый ты, предусмотрительный. Мертвые умеют молчать. А ты мне скажи, как ты один собираешься активировать? Один? Все гениально и просто. Как только вижу, что объект на месте, один звонок по мобильному, и нет ответа. Я не знаю, что говорят в таких случаях. Может быть, до свидания? Все там будем. Наверное, ты прав. Наверное. Оденься поскромнее, а то все-таки серьезный центр. Здорово, Борисыч. Тебя что? Здравствуйте. Говорят, стоять. Ну, я пойду. Привет. На Салтыкова похоже. Да? Да сил моих больше нет. Я этих двоих видеть больше не могу. Их уже в четвертый раз ко мне приводят. Простите, в пятый. Мозг. Откопают что-нибудь вот такое, их заловят, и сразу ко мне в отдел. Автоматическое оружие. Да оно перестало быть автоматическим 50 лет назад. Вот-вот, Василий Борисович, молодой человек очень-очень правильно рассказывает и рассуждает. Заткнись. Кто бы мне сказал, что это мирная сенокосилка? Так посади их нахрен. Да кому они нужны? Вот именно. Следопыты хрен. Кому мы такие следопыты нужны? Пусть здоровы. Вперед. Вперед. Извините, пожалуйста. Вот этот остров. Раньше здесь была воинская часть, а сейчас пусто. До ближайшего берега километра 3. Так что придется добираться по водной глади, аки по суху. Температура глади? 12 градусов. Перетерпим. Сколько у меня людей? Всего 5 человек. Думаю, что хватит.
Маловато будет. Чем могу? Завтра генеральная репетиция празднования. Приезжает сам. Открытие фонтанов и всякое такое. Так что все завтра будут наши там. Мне с какой группой выходить? Вы выходите в наш радиоцентр. Любые команды, знаки, все должно пилинговаться, расшифровываться и транслироваться капитану Дроздову. И по-русски, пожалуйста. Время пришло. Порядок действий вам известен. Отход по плану. Морем на катерах. Если не успели, уходите сами. Люди готовы? Оружие и снаряжение проверить. Костюмы для первой группы упаковать. Выход расположения через 40 минут. Вот ваши отличительные значки. Каждый боец должен их носить на левом лацкане. А то еще перестреляете друг друга. Ну, все. Помним. Или как там? Аллах Акбар! Там лодка. Скажи старшему, надо проверить. Здесь рыбы нет. Здесь рыба будет. Ага. Чуть было весь клев. Не профукали из-за твоих ментов. Из-за моих? Нет, из-за моих. И с чем вы добавили? Землю не копать, по болотам не шляться. И чем теперь заниматься бедному советскому архитектору? Архитектор? Археолог? Заткнись, мозгоклюб. База, база, это рыбаки, они не опасны. Господи, конспиратор, кто тебя здесь увидит? Не увидят. Как услышат. Придурок! Как долбый чёрт. Хоть чтобы нас здесь опять накрыли. Вот смотри. Последнее слово технической мысли. Тебе это не понять. Эта электроудочка способна словить около более 200 килограммов рыбы в час. Ага. Без шума и без пыли. Угу. Понял? А ну-ка, дай-ка мне еще один аккумулятор. Смотри, показывай. Сейчас как долбанет. Да, молодец. Я да, молодец. Я молодец. Я взял пластмассовую лодку, а ты хотел железный катер. Долбанет. Смотри. Мозгоклюй. Показываю. Что-то не отключал. Зря ты третий аккумулятор поставил. Да. Я. Так, Федя. Весла в зубы и полетели. Концы в воду. Так, быстрее давай! Весла поставить надо! Мальчики. Да, слушаем тебя. В вашем районе зафиксированы переговоры с островом. Похоже на присутствие водолаза. Будьте осторожны, аквалангисты. Все будет в порядке.
Прелюдия закончена. Громкая фаза. Да? Да. Себе встречают. Давай поиграем. Come on.
что, крутой? Угу. Потому что у меня есть динамит. Где? Скромнее. Скромнее надо быть. Баклажана не нашлось на этот раз. Ты, я вижу, тоже без бутылочки пришел. Не хочется прерывать, джентльмены. Хочется прояснить ситуацию. Ты что, этого красавчика знаешь? Встречались. Фамилия у нее еще такая птичья. Галкин? Дроздов. А твоя похоронная крест? Это не похоронная. Это профессиональная. Это ФСБшники, конкурирующая фирма. Верно? Подразделение ГРАД. Федеральная служба безопасности. Капитан Дроздов. Майор Азурин, спецназ разведки. Главное разведуправление. Лось? Просто лось. А судя по результатам, задачи у нас были идентичные. Что лишний раз свидетельствует о наитеснейших связях наших ведомств. Собственное умение хранить секреты друг от друга. Друг друга не перестреляли. И ладно, да, товарищ Грачев? Дроздов. Дроздов. Командир! А вот и остальные. Это что у них за замполита? Где нашли? Здесь, в подвале. Кто ты, мил человек? Ряпушкин. Иван Антонович, инженер. Ядерная физика. Что-что? Ряпушкин Иван. А, ты физик-ядерщик? Да, ядерщик. А здесь что делаешь, Гибальчич, а? Я давно уже здесь. Меня похитили во Владикавказе и заставили работать в лаборатории миниатюрных криогенераторов. Ущипни меня. Где-то в горах. Слышь ты, Капица, если ты сделал для этих тварей взрыватели для атомной бомбы, я тебя порву, как тузик тряпку, понятно? Остынь. Иван Антонович, вы действительно изготовили эти взрыватели? Да. То есть нет. Я сделал не взрыватели, а наоборот. Систему, которая не дает сработать детонатору, не санкционирована. Сдается мне, мы здесь опоздали. Сдается мне, я знаю здесь меньше других. Два дня назад группа уродов из этого лагеря сперла с нашего поезда боеголовку. А год назад этот изготовил взрыватель. Выводы. Птица-говорун. Буквы отгадала, слова нет. Иди сюда, Келдыш. Значит так, если ты сейчас не напряжешь свои Слушай, мозги... мы знакомы меньше часа, а ты уже так достал. Это он еще ласково. Ну, говорите, говорите. Я, товарищи, знаю очень мало. Все знал. Только Шестипалый. Кто? Это местный командир. Все его так звали. У него на правой руке 6 пальцев. Так вот, он всю информацию хранил в компьютере. Вот, в этом. Да вот еще что. Он со мной консультировался. Как сактивировать детонатор по сигналу с мобильного телефона. А вот с этой эмблемой он раздал значки своим подручным, чтобы они носили их на левом лацкане. Так, что мы здесь имеем? Ага, Россия. Санкт-Петербург. Похоже, что бомба и здесь заложена. Вот Петродворец, а это пристань у университета. А вот и телефон. Слушай, ты, Циолковский, вспомни, когда и что они хотят взорвать. Я, честное слово, да и откуда? По всему, видать, 3 часа осталось. Ну-ка, верни эту карту.
уходим. Мальчики, только не говорите, что наступили на мину. Это непростительный дилетантизм. Куда? Фу, у меня даже наушник покраснел. Что? Давайте по порядку. Срочно, напарница, срочно! Все начальство на уши. Оно уже на ушах. Это Силин. Докладывай. Товарищ полковник, бомба. Предположительно, в Сосновом Бору. Взрыв может быть произведен через телефон GSM. У террористов черно-красные отличительные значки на лацкане. У нас 1/200 и 3/300. Легких. 1/200 заложник. Прием. Хорошо. До связи. И как ты думаешь, я это сделаю? Что скажу? Мол, наши бравые орлы из подразделения «Град» совместно со случайно оказавшимися недалеко спецназовцами ГРУ взяли штурмом слабо охраняемую базу бандитов, которые якобы сегодня собираются ликвидировать президента с помощью атомной бомбы, так? Я не успею закончить, как меня уволят. А как же карта в компьютере? Пленный инженер? Мертвый инженер и взорванный компьютер. Но ведь надо что-то делать, послать людей, пусть отслеживают этих со значками на лацкане. Так людей и так все в Петергофе. И там не то, что покушение. Там лишний шарик сегодня не надует. Короче, давай радио Дрозду. Пусть он прямиком летит в Сосновый Бор и ищет. А ты возьми моего водителя и поезжай на ту пристань. Посмотри, что к чему. Ну, а я постараюсь выйти на губернатора и решу вопрос Джесси. Короче, не поверили. Все наши доказательства сгорели. Свидетели погибли. Наш вообще в отъезде. Но делать что-то надо. Вертушку-то вышлю. Уже летит. Есть надежда, что наши смогут отключить передатчик, и у нас будет больше времени. Но у них может быть и другой план. Слушай, Филин, что ты такое кушаешь, что такой умный, а? Я тут сижу и думаю, зачем им два раза по 40 человек, чтобы одну бомбу взорвать? Держите меня семеро. Он не устает? Пулька. Я так 5-й год уже. Ладно, действовать будем так. Ты давай в Сосновый Бор, а мы с Крестом на Фонтаны. У нас там и так каждый третий на службе. Ваши люди заряжены на одиночек, снайперов, бомбометателей. А там группа матерых диверсантов, а это уже наш профиль. Да, кстати, а что там насчет той пристани, а? А туда уже направлена наша сотрудница. Вернее, агент Федеральной службы охраны. Агент? Одна? Ну ты куропатки даю. Не волнуйся, зверь-баба. Отвечаю. Но тебе виднее. А вон и вертушки. Подбросишь по дорожке? Двойной счетчик.
как только услышишь первый залп салюта, сразу крути вентиль. Сразу после первого залпа. Понял? Не раньше и не позже. Значит так, сначала салют, это дело военных. Как услышите, отсчитывайте 20 секунд и включайте свои машинки. Что? Сначала салют, это дело военных. Как услышите, отсчитывайте 20 секунд и включайте свои машинки. Что? Я говорю, это дело военных, как услышите, отсчитывайте, идиот! Ладно, сделаю. Не впервой. Вижу только троих. Двое впереди и справа окна. Угу, вижу. Слава богу, тихо. На схеме был отмечен вот этот район. До атомной станции примерно километр. Разбиваемся на три группы. С юга, востока и северо-востока. Бомбу вряд ли закопали. Телефон под землей не ловит. Так что смотрим в оба. Поехали. По-моему, пришли. Если ты опять ничего не перепутал. Кто, я? Да я эту карту, между прочим, у старого Прибалта добыл. Этот хрен тусовался тут в 42-м году. А выменял я ее, кстати, на ящик водки, понял? Паленый. Зато ящик, понял? Паленый. Зато ящик. С тебя ему еще, кстати, причитается. Не с меня, а с тебя. Я с ним уже целый ящик выпил. Копай давай. Дядя, москоклёй. Всю жизнь мечтал стать артистом. А стал... Клоуном. И, кстати, хорошо, что не стал. Не кормят их ни хрена. Ни одного нормального мужского размера. Понаблюдайте, а я пойду посмотрю на верхней палубе. Через 3 минуты вернусь. Ладно, гвоздю привет. Я все понял. Да! Какого хрена?
отключить мобильные телефоны. Сядь на место. Анатолий Натанович, у нас убедительнейшая просьба на время отключить ваши передатчики. Задницы-то не виляй, а то в роль войдешь. Thank you. Главное не ошибиться. Особо усмотрим Шестипалова. А я займусь внешней охраной и снайперами. Оп. Ну, свои. Передай нашим, чтоб срочно задержали Картыш. Похоже, этот здесь не один. У меня нет таких полномочий. И нет обратной связи со своими. Ну и ладно. Да, увидишь Екатерину, не стреляй. Она своя. Ладно. Екатерина, ты... Прибыл.
глубже копай давай. И левее. Нашел! Надо же, как близко! Ну-ка, ну-ка! Ничего себе! Но это же не со времен войны. Еще лучше. На этом еще больше заработаем. Может быть. Ничего себе. Ого. О, как трубочка. Положь трубку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пап, смотри, у этого дяденьки шесть пальцев. Папа, ну посмотри, ну шесть пальцев, ну смотри, папа. Между прочим, это наглый КГБшный метод. Мы от этого давно уже ушли, поскольку проходили. Мы обслуживаем номера президента. Это вопрос безопасности страны. И поэтому я говорю, пожалуйста. Охрана! Я, кажется, сказал, пожалуйста. Охрана! А теперь поговорит мой боевой приятель. Ой, слушайте, бросьте вы эти штучки. Сядь! Готово. Где связь-то, ё-моё? Ну что ж, придется повоевать. Это первый. Да. Начинаем. Йолла. Выходим. Ну что, она? Да. Вон заряд от нее. Вот взрыватель. Код радио на базу. Есть? Отлично. Молодцы. Вот и все, Анатолий Натанович. А вы боялись. Да, и пришлите счет за телефон. Всего хорошего. Пошли. Вот так у него, понимаешь? Не бывает. Бывает. Все, просто показалось. Мне не кажется. Завяжи шнурок. Все тебе кажется, не кажется. Ну я же видел дядю шести пальцев. Не может быть такого. Не может быть такого. Я сказал, не может быть такого. Я сказал. Мальчик. Что такое? Секундочку. Мальчик, скажи дяде Петь. На! Прекрати сейчас. Ну все, все, все. Все, все, мир, мир, мир. Ну, расскажи, ну, где ты видел дядю с шестью пальцами? А? Скажу. Скажи. Не надо мальчика трогать. Ну, не очень важно. Скажи. Вон там. Да? Туда. А? Чтобы больше такого не было, я тебе... На! Да будет связь. На кого работаешь, сволочь? Спецназ ГРУ. Понятно. Фу, заработала. Заработала. Алло! Да, я вас слушаю. Алло! Алло! Есть кто живой? Наш, работай. Кто звонил? Наверное, телефонный террорист. Надо ж, оторвались. Нет, каркай, дятел. Молчи, мозгоклюй.
Где транспорт для отхода? Что, не мог одного оставить? Очнись, красавица! Руки держать перед собой. И тихонечко ко мне. Смешно.
всегда мечтал оказаться в такой компании. Только не надо меня жалобить насчет дурной компании с малолетства, да? Боже мой, куда катится эта страна? Уже и клоунов вооружают. Это твой наездник, красавица? Да-да-да, старый трюк со своей девкой. Руки за голову! А то обои продырявлю, быстро! Я агент Федеральной службы охраны. Да, а я Петр Первый. Я сказал, руки за голову. Брось пистолетик, Петя. И ножкой в воду. Клоун ведь сентиментальный, правда? Вот, клоуны сентиментальные. Клоуны сентиментальные? Зато хорошо помнят свои роли. Что? Это что за меня? Не припали! Не вовремя? Или это называется спецназ в действии? Благодарю за службу. Поздравляю. Служу Отечеству. Поздравляю. Служу Отечеству. Терроризм сегодня... Вот тут все спорили. Это беда, боль и трагедия нашего этих времени. Этих в бронепоезде, повторяю. Стать преградой на пути его распространения. Ну, тогда, слава Богу, успел. Заслоном его акций и движения. Здесь одна из главных задач наших ведомств. Обещал. Ведь борьба с террором во всех его проявлениях – это святой долг. Благодарю вас за службу. Ну? И всех с днем нашего великого города. Thank you.
Чужие петлицы на форуме чужой, руины чужого жилья. Чужие нам лица с немою мольбой, но боль у нас только своя. Вдали от столиц, дети трудных времен, мы пьем свою чашу до дна. У нас много лиц, много разных имен, но родина только одна. В лицо только ветер узнает нас, в ночи тишина лишь услышит нас. Во след только память догонит нас, да рюмку поднимет спецназ. За нас, за вас и за спецназ, за павших и живых. За юных вдов, за честь отцов, за матерей своих. За нас, за вас и за спецназ, за то, что боль ушла. За тех, кто ждет и за полет двуглавого орла. Мы правнуки россов, нам тысячи лет, за нами из пращуров рать. Все те же вопросы, все тот же ответ, мы держим и будем держать. Что право на жизнь не для вдов и сирот, нам было завещано впредь. Из всех человеческих прав и свобод мы выбрали право на смерть. В лицо только ветер узнает нас, в ночи тишина лишь услышит нас, во след только память догонит нас, да рюмку поднимет спецназ. За нас, за вас и за спецназ, за павших и живых, за юных вдов, за честь отцов, за матерей.